Забил немного гусянку, заехали в мялить. Сейчас отковыряем. Дальше погоним. Макс, я тебя не вижу еще. Макс, я тоже сидит рядом с ним. Подкоп. Всем привет! В общем, мы с мужиками, с Пашей и с Максимом приехали на реку, забрались достаточно далеко. Вот сейчас парни будут расставлять жерлицы. Вот, а я тут пока по-быстренькому поборюсь, попробую поискать окуней. Свои жерлицы я им отдал тоже. Они сейчас по-бырому все растаят. Жерцы у нас уже были. Вот, ну и будем искать окуня и его ловить. Хочу первым делом посмотреть, какая прозрачность воды здесь. Можно вообще будет с камерой рыбу искать или нет. Сейчас проверим. Многие спрашивают меня, что за камеру я использую. Фокус фиш, ребят. Она у меня протекла на прошлой рыбалке. Вот. Я с производителем Владимиром Спиловым связался. Вот он мне объяснил, как надо сделать. Прислал, в общем, шнур новый и глазок. Я там перепаял буквально 5 проводков. И все. Снова в строю. Вот. Пробурил примерно 25 или 26 лунок. Короче, на 23 лунке только смог увидеть окуней. Ну, правда, не крупный, но лиха беда начала. Попробуем, будут вообще клевать, нет? Ждут, пасут мелкие. Да, не крупные. Не крупные. Взял лесочку 0.1. Кивок самодельный из нержавейки. 100 миллиметров длиной. И также самодельный нимфошарик сырным кубиком. Вот. Погода сегодня какая-то непонятная. Поэтому... А что-то я его издалека не вижу. Он что, прозрачный? А? Паша поймал первого. Мелкий. Красавчик. Да что ты? Ура! Да. Сожрал.
Ёлки жадные какие. Бук. Ну, мелочь. Хочется-то, конечно, чего-нибудь солидного. Чуть покрупнее. О! Тр-тр. Ничего гуляет, смотри, балансирчик. Ну? А, подбой был, видел? Угу. Ладно. Давайте, братцы. Что ты делал больше? А? Что-то больше ничего не делал. Где? Вот, вот по этой дорожке лунки. Давайте, давайте. Надо искать это. Покрупнее или ниже иди прогуляться. Не знаю, слушай. Он может вот тут, тут, может за кустом, может чуть глубже. Фиг его знает, где он тут торчит. Надо проверять. Короче, в этом месте клюет только мелкий окунек. Вот, поэтому мы решили переехать немножко в другое место по реке. Посмотрим, может туда что-нибудь ловить покрупнее. Че глубина, Паш? Вот тут метр. Да здесь метр. Мелко, он там дальше уходит, вглубь. Где у меня этот нож уже. Вот этот бур стоит, там уже поглубже. Я это сейчас вокруг буду бегать, искать застоявшуюся рыбу. Что, покрупнее что ли? А? Что, чуть-чуть покрупнее? Покрупнее, да. Вот. Сначала не понял. Кто-то чуть-чуть подзадел. Пока только такая. Макс, ты будешь брать? Как будто там что-то это. Начали на этой точке, сейчас опять переезжаем. Хорошо, что есть собачка. Так бы мы зачихались тут ходить, конечно. Но пока окунь только мелкий. Но ищем. Плохо, что день световой короткий. Так бы можно было конкретно упереться. Вот. Ну а сейчас
до 4 и уже темно будет. Вот, кстати, приехали. В общем, бегаю в акватории, разбуриваю разные интересные с виду места, ищу подводную камеру, окуня покрупнее, но что-то пока одна мелкота. Кабан. Попал кабан. Фига из-под самой лунки, слышь. Мормышку это держал в руках леску, короче, он клюнул. Тоже было пару раз. Ну-ка, сейчас попробую, короче. Без кивка. Палец примотай. Да, так и есть. Пойдет. На палец, блин. Где изображение? На камеру. Слушай, я первый раз на палец ловлю на мормышку. Вот. Капец, блин. У нас тут ничего есть несколько штук уже. На балансир. Ух ты, блин. Нифига. На палец поймал, прикинь. Пойдет. Видос спили. Так я снимаю, ну. Так он метр от лунки клюет. Поглубже чуть-чуть от меня. Даже меньше. Спускаю просто ее. Оп, есть. Пол воды тут. Посидел чуть-чуть совсем. Уже вон сколько рыбы. На палец. Жесть. Решили, в общем, опять поменять место дислокации, потому что окунь мелковат. Сейчас еще на одну ямку заедем. Вот, и там уже
это будет уже финальная точка этого маршрута сегодняшнего. Так что будем надеяться. Ну вот, рыбки покрупнее. Нашли тут немного. И, короче, Паша оборвал об кромку льда. Рабочий рапалу. Рапалу голубую за 700 рублей. Да ладно. Кошмар. Удочка невкусная. У Паши клюнуло, короче, он думал сначала окунь, да? Они в разные стороны. А тут, короче, вот так вот. Ай, дурдом. Прикольно. Да. Видишь, у нас сегодня, ты на руку ловишь. Да. Мы тут по два. Давай по три, это крупных только. Едем. Едем дальше. Дальше, жерлицы собирать. Там налим у нас по-любому, на жерлицах уже сидят. Ждут.